Что же мы, алкоголики, все, пошли дальше смотреть, что у нас продается здесь еще. Следующий стенд у нас просто минеральная вода. Так как воду из-под крана пить не рекомендую, то ее все-таки надо покупать. Ну и, соответственно, цены здесь тоже разные. Цены на сок в районе евро, свежевыжатый, получается 2,5 евро. Обыкновенный сок просто за евро. Лакричный напиток. Лакричный напиток по 27. Свежее молоко купить достаточно сложно, а вот химическое Long Life здесь продается. Сыр любых сортов можно купить здесь, цены, так как сыр, в принципе, привезенный, поэтому и цены здесь достаточно дорогие на сыр, но если сравнивать с Европой самой. И кисломолочные продукты, йогурты, местного практически нету, все завезенное с Европы. Ну и масло, тоже все привезенное. Это уже настоящее масло. Фрукты, овощи — отдельная история, здесь их проще покупать на рынке или на улице. Поэтому не буду, здесь их сотни, всевозможные, чего только нету. Рассказывать займет много времени. Ну, переходим в мясную лавку. Сразу скажу, что мясо стоит достаточно дорого. Ну вот, хорошая упаковочка мяса, она получается 850 рублей килограмм стоит. Здесь всего два кусочка пожарить. Ну и здесь, соответственно, 825 за килограмм. Ну, если даже брать, уже все готовое. Нормально, он 282 стоит. Это барбекю курица, да? Да, но это 6 с чем-то евро. Да. Ну, и что, это так дорого? Нет, это курица недорогая, кстати. Да. Если брать... 55 здесь. Да. А если брать мясо, то мясо дорогое. У нас сама... шашлык куриный. Да, стоит, да, да. Столько же. Да, да, да. В упаковке. А вот уже берешь, когда мясо, видишь, уже получается 850, да? Угу. Это больше 20 евро за килограмм стоит мясо. Это тоже какая-то курица замаринованная, да, в чем-то. Ну вот сырочек плавленый такой продается. Этот товар дешевый. Здесь вся бакалея тоже, да? Можно все купить, готовое. Колбасы относительно недорогие. Ну, классические цены европейские. Может быть, чуть-чуть подороже, если вы хотите испанский хамон. Вот, берем испанский хамон, упаковочку. Здесь буквально 100 грамм, 120 грамм. И стоит он, получается, у нас 138 рупий. Черная взять хочешь? Ту одну булочку за 50 рублей. А, вон ту вот. А я хочу там одну булочку. Остались на жене оливки? Я, например, принесли. Остались, да. Я тоже смотрю, что у нас складывается. Может, я яйца порежу, порежу, не кусочки. Тогда мы уже ужинать точно не пойдем. Не знаю, что это такое, но что-то
Что-то горячее и вкусное. Море мороженой продукции, рыбные палочки и прочее, рыбное филе, здесь же мясо, все мороженое, все привезенное. Хлопья их есть какие-нибудь, именно местные? Хлопья им довезу. Быстрые завтраки, несквики такие вот местного производства. Разноцветный брать не хочу, совсем химия. Какой возьми? Вот за 54. Я не набираю Джелли Белли. Джелли Белли. Вот цены на алкоголь видны. Местное пиво, Феникс, Марлин. За бутылку, кстати, еще надо будет доплатить. Баночное пиво. Относительно недорогое. А вот бутылочка Деспирада. Ну, на вино цены разнятся. Можно от 2 евро и дальше, в принципе, до беспредела. В среднем цена где-то в районе 10 евро за бутылочку неплохого французского вина. Да, это уже тяжелый алкоголь. Местный ром Seven Seas. Литровая бутылка местного рома стоит в районе 10 евро. Есть, конечно, и дешевле, есть и подороже. Джек Дэниелс, Балентайнс, Джемисон, все можно здесь приобрести. Red Label, Black Label, Gold, Platinum Blue, Coca-Cola и Pepsi-Cola. Евро за бутылку.